такой по дуге. То есть у него перчатка летит вниз. Вот здесь, если Романов этот момент прощупает, то Джану, конечно, не поздоровится. А тут тем временем такое методичное расстреливание идет. Достал хорош между перчаток. А вот теперь уже тревожно должно быть за китайского спортсмена, потому что еще пара таких попаданий, можно будет соскребать его с настила. Ну да, если уж так все медленно происходит у китайца, нужно тогда работать джебом, не позволять сближаться Романову вот с такими тяжеленными ударами. Есть, посадил. Хороший левый боковой влетел. Серьезно и драматично для китайского спортсмена. Романов прям перекладывает с кулака на кулак голову Джоу Зинджана. Ну, и на удар как раз реагировать нужно китайцу. Да, вот сейчас, вот именно в такой манере. Ну, здесь видел, здесь такой тычок получился от Романова. Романов, конечно, никогда особо не был контратакующим бойцом, но ему это никогда не мешало. Он в своей атаке разбил сейчас нос китайцу. Мне кажется, еще пару атак, и можно будет вмешиваться, останавливать. Левая-левая, кричат, да, действительно, слева не видит ударов просто Джоу Зинджан. Не верю, что Джамбо стоит хотя бы до середины боя. Корпус, голова. Еще один раз побег. Ой, как в разрез могло быть. Интересно. Ну, Романов вообще... Ой-ой-ой! Вы вот это просто представляете, что произошло? Как же заигрался Евгений Романов! Мы уже, по сути говоря, похоронили Джоу Зинджана, и что он сейчас сотворил? Тяжелый удар китайского спортсмена, потому что Романов-то его видел даже. С ума с этим, вот. И вот, да, вот здесь. Бум! Бам! И еще разок. И еще ведь лицом вперед падал Евгений Романов. Упал он прям как-то супер тяжело.